И снова всем привет, дорогие друзья. А мы, снова, да. Мы как всегда навещаем нашу любимицу Люсечку. Все. Есть крик. А то мы уже едем, уже тишина такая. Уже непонятно, в чем дело. Уже кто крик должен на весь парк быть. Даже на сутки. И те уже знают. Тут прямо воротки такие. Радости полные штаны. Ну, штанов у них нет. Да. А ты... Посмотри, что мы еще привезли. Да, дай ей вот так вот через, ну, как всегда, чтобы она выбрала себе. Давай, выбирай. Так. А то ж снесут сейчас на сухе все. Опа, сливу, смотри. Что, и тот, и этот. Сливу. Сливу. Все-таки для интереса взяли сливу, думали, будут, не будут. Все, банда. А ну-ка. Опа, Люська. Люська, хитрюська. О! Тёпочка, ты по мне скучал, и я по тебе скучал. Ой, Стёпка. Стриши делай. Абал. Ну, здесь это... Люся. А, Стёпа, иди. Стёпа, иди. Иди. Стёпа. Стёпа, ну? Иди ко мне. А? Люся, смотри, кто видел, как Люся лапы меня откидывает? Люся, Степа, ты сейчас все пропустишь. Он по мне соскучился, он меня не променял на лакомство, на вот эти все. Смотри, кто здесь. А, к тебе туда на сушек залез. Ах, полетели сливы, и перец полетел. Степка. Ой, мать. Кушай, мой сладкий. Прошел у нас дождик. Ага. Хороший такой. Ты посмотри, сколько. Опа. Смотрите, столько мы принесли вкуснях, а Степа с меня не слазит. Так, говорят люди, не снимаем мы Степу. Вот Степа, вот. Так они с меня все, вон все, они с меня стащат, вот так вот, столько криков, столько. Опа. Люся мне на голову хочет. Я... Степа, откуда столько любви? Не говори. Ему даже и лакомства не нужны. Ага. Вот это вот для тебя. Он хочет залезть мне, как к тебе, под футболку, но не получается, потому что она мне впритык. Все. Люся, молодец. Что тут скажешь? Да. Степа. Вкусняшки, да? Вот они не тут. Степа мне пытается у меня там найти кого-то. Я не знаю, может, блох, как ему, кого он там ищет. Степа, иди разберись, посмотри. Ты все пропустил. Да. Давай мне Степу. Степа, иди. Ой, наконец-то. Наконец-то. Мы и тебя сможем, я могу тебя поснимать. О, вот. Шапка. Да. А что Степа мне на голову перец затащил и ест, сидит. Потому что вот эти вот троглодиты. Сейчас, не попробуй. Они вообще даже не дают бедным обезьянкам ничего съесть, да, Люся? Смотри,
все. А вон, посмотрите, этот куда залез. Он самый умный. Хитрый. Самый. А ну, может, попробуешь меня? Да, тут снимает. Чтоб люди увидели, что пока я снимаю, что Степка у меня на голове, он кушает. То есть все то же самое, что у папы у меня тоже происходит. Люся! А, Люся, хитрюся. Степа, тебе там удобно? У меня на... Надеюсь, видно. Я понимаю, что на моей лысе неудобно там покушать. Дорогие друзья, снимали мы с папой Люсю со Степой, и у меня разрядился телефон. Думал, хватит на съемку, не хватило. Приехали уже, насколько времени вечером получилось заснять. В общем, не получилось всего показать. Да? Да? Не получилось? Ушли? Ушли даже? Я даже не попрощалась? Никто ничего? Все? Все снесли? Ничего. Чистая полянка. Все. Как будто и вообще никого здесь не было. Все подчистую слопали. Отдают, а? Ну, красиво. Сегодня хоть и прохладненько, но так. Но красиво. Облачка. Что, Люська? Что, Степка? Ну, давай передавать всем привет. Это первое. И всем до следующего видео. А в следующем видео мы возьмем Люську и Степку и поедем к Мане и Тосе. Всем понравилось это видео в новом вольере. И мы поедем. Завтра должно получиться приехать, и мы заснимем. Снова будете обнимашки, целовашки, все, играться, прыгать, резвиться. Если завтра еще солнышко будет, то вообще будет круто. О, львы! Это львы говорят, что хорошо, Денис, ты тогда езжай, завтра приезжай. Вот так говорят они. Ну, я их понимаю уже чуть-чуть за эти года, сколько я здесь нахожусь. Что, Люся, ты заслушалась, да? Каждый вечер такое, каждое утро. Папа уже уехал. Все, дорогие друзья, до новых встреч, до нового видео. Сегодня получилось такое укороченное. Все, ждем приезд гостей Люсю со Степой к Мане и к Тосе. С арбузом у нас там есть. Все, всем пока. Дорогие друзья, еду я от Мани и... Ой, от Мани и Тоси, ну и от них тоже. От Степы и Люси. И ну не мог я сейчас просто проехать мимо. Думаю, ну да, я покажу нашим подписчикам красивый крымский... Нет, тайгановский закат. Сафари. И львы рычат. И вправду, знаете, смотрится как... что-то смотрится как в каком-то диснеевском фильме или мультике «Короля льва» там, допустим. Ну, очень красиво. Облака такие, львы рычат. Вечерний тайган. Я знаю, что моя мама ходила, снимала, ну их снимает, ходит тоже про тайган, по тайгану ходит, рассказывает. А я запечатлю.
еще люди вечером отдыхают. Ну, правильно. В общем, вот такая красотища. Всем привет из Крыма. А, привет из Крыма. И обязательно приезжайте в это время, потому что у нас действуют скидки. Скидки с 1 октября. Вот, все, всем привет. Всем до новых встреч.